Всем привет, с вами Филипп. Мы продолжаем играть в игрушку под названием Fear, первая часть, да? Так, что у нас тут? Комп? Давай. Я выяснил, что такое сатанизация. Когда Бэтону было лет 10, он внезапно вышел из-под контроля. Проще говоря, взбесился и даже убил нескольких сотрудников. Десятилетний пацан. В общем, они выяснили, что Бэтону реально лежавшей в коме была телепатическая связь. Она-то и вызвала приступ безумия. После этого проект свернули. Вот что случилось с Феттелем. Так, там еще одна мина. Так, ну. Все, кай, пойдем дальше. Так, беспалевно ты не умеешь сидеть, чувак. Сел бы как-то, не знаю, чтоб так незаметно был. Так, кого? Знаешь, нам сюда. Тик. Ок. Там, это, там ничего нету. Обычно конвенция. Вот так мне опять не умеет сидеть и спалим. Сюда! Никого, так проверяем. Вот отсюда мы пришли. Походу так. Я думаю, что. Да, мы пришли отсюда. А не кажется, что мы только что тут спустились? Не кажется. Какого? Как это он меня подстрелил? Он не мой. Я его не могу подстрелить, а он меня может. Как это так? Так, давай, быстрей. Так, спускаемся. Так. Нижний ярус. Так, на первом месте поиск Харлана и Элис, а также ликвидация Феттела. Кроме того, следует найти доказательства виновности Армахема. Так, я зачем-то аптечку применил. Прыжок первый. Так, где? Молодец, жердяй. Нашел предателя. А мы могли бы тебе помочь. Жердяйку подстрелили. Вот смотрите, вот всегда магия происходит. Я не пойму, что тут такое случается. Как я не нахожу никакую книжку, во. Все, жирный. Кранты? Придурок. Ты заперт, чтобы открыть дверь. Подай на нее питание. Да замолчи ты, восстановит питание дверей. Да сейчас восстановим. Я что-то припоминаю, как там восстанавливать, но придется. Очень долго и нудно. Так, вот сюда надо залезть сейчас. Найти этот путь. Лево-вправо, может не касается. Ну ладно, судя. Да, тут не касается, все равно сюда придем. Ой, это долго будет, я вам отвечаю, я уже... Я это проходил, я это... Так, припоминаю, в аптечку берем. Жердяй умирает, еще хочет, еще блин обзывается. Ага, так.
Какого фига? Куда идти? Ладно. Походу вон туда. Вон тот путь. Ничего себе, меня толкнуло. Лови бомбу. А кто тварь? Получил? Пидор вонючий. И? Так, это у нас какая штуковина? Вот этот? Так, ну не знаю, не возьму я ее. Это ж точно. Лево-вправо, пойдем. Так, вот, нам надо сейчас подключить. Питание, давай. Подключай. И нужно идти в другую сторону и тоже подключить. Так. Тут ничего нет. Все, подсоединили. Так, и что нам дальше? Путь какой-нибудь да, откроется сейчас? Да, вот открылся путь. Сохранка, это хорошо. Ты что застрял? Не надо застревать. Залезь. Сейчас будет труднее. Мне нужна поддержка! Помните, нам говорили, что если они говорят, что им нужна поддержка, значит это плохо. Ну, для них плохо, для меня хорошо. Ты возьмешь уже? Так, дробаш у нас его нету. Или есть? Твою мать, компьютер! Начинаю понимание. Женщину, которую использовали в источнике, звали Альфа. И Феттл её ищет. Он идет домой. Он... Это её... Его мама. Так. Не пролезть, что ли? Тогда как? Он тут пролезть не хочет. А, вот. Так, вообще ничего не вижу. Опять дергаешься, да? Ну, блин, вот достали эти книжки. О, фиговина. Им достать, ладно. И то мне нужна синяя. Но я тут не вылезу, это точно. Так, тут нет. Так. Нифига ничего тут нету. Он там жирный. Подыхает уже, наверное. Смотрите, улята. Куда убежал? Никого? Знаешь, мне показалось.
Чувак даже скрыться не смог. Плохо, плохо так. Вон аптечка. Давай, бери, бери. Сейчас запрыгну. Скоро бери. Сюда. Закрыто. А нам, значит, надо наверх. Как-нибудь-то наверх. Так. Пока думаем, думаем. А, мы же были сверху, чё нам? Знаешь, куда нам? Залезай давай сюда. Так, смотрим. Если эта дверь не открывается... Пойдем хоть вниз. Смотреть надо. Так. Я вообще не... Во-во-во. Нашёл? Скоро, может, уже финал будет. Так, во-во-во, сейчас не сработает, походу. Нет, сейчас сработает, а вон та не сработает. Я так помню. Вот. Или она тоже сработает. Да-да-да, во-во-во, не сработало всё-таки. Я еще помню. Сейчас надо там что-то сделать. КП. Господи, они использовали ребенка. Когда стартовал источник, армии было всего 8 лет. Неудивительно, что теперь они пытаются заместить стену. Понятно, почему Лариски не отвечает на звонки. Небось уже летит на Ямайку. Так, стоп, блин, чуть не упали. Тихо. Чё, провалишься туда? Так, давай, сработай. Работай! Даже не вздумай возвращаться. Так, вот, всё, сработало. И нам надо... Так, а туда можно? Да, сюда можно. Тут у нас куколки, бомбы. Запаки, заткнитесь. Всегда нам надо гавкать, когда я играю. Ага, тут ничего такого нет, значит пойдем сюда. И там вверху дверь открыта, которая у нас была закрыта. Вот это вот. Да. Сохранка. Твою мать. Меня быстро не дробаш. Потратили 7 жизней. Ничего. Хоть мы живы. Нифига, никого нет, ничего. Нет, нифига, нифига. Так, ничего. Так, так. Быстренько все осматриваем. Дверь открыть нельзя. Так, берем. Ломай, ломай. Так. Так, я не помню, что нам надо делать. А, да-да, все вспомнил. Надо сейчас встать, и мы уедем. Так. Все, мы уехали. Вот как. Тут еще одна кнопочка. Ух ты ж, как красиво. Так, и нам надо наверх.
Блин, если что-то попадем. Че найдем? Тут. Так, сюда. Такое чувство, мы тут были. Нет. Ты иди там со своими. Вот меня уже бесит эти сообщения. Как мои 5 пальцев. Так. Что, ты откроешься, да? Проникнуть в сарфар. Давай тут закончим. С вами был Филипс. Сейчас мы их уничтожим, они мне тут не мешают. Какой фига я на дробашке поменял? Твою мать. Блин. Я забыл поменять на дробаш наш. Твою мать. Ладно, как раз вот только вот сохранимся вот так. Чтобы не опять их не убивать. Так, с вами был Филипп. Мы играли в эфир, первую часть. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки.